Аврора Пласт по праву признана лучшим экспортером Беларуси по итогам 2021-го. На то есть свои причины. Около 80% всей продукции реализуется на рынке Казахстана, Киргизии, Латвии, Эстонии, Румынии и Польши. Подоконники, подставочные профили и жесткие листы. Качественные изделия, достойные своего покупателя. Только в России производитель входит в тройку лидеров, которые выпускают сэндвич-панели. В ближайших планах наладить связь с крупнейшими компаниями по продаже товаров для строительства и декора. Это Леруа Мерлен, Петровичи и Макси Дом. Выручка за 2021 год у нас составила 36 миллионов. Из них на экспорт мы поставили на 29 миллионов белорусских рублей. Производственные мощности предприятия позволяют нарастить объемы выпускаемой продукции до 15%. И тем самым мы увеличим свою реализацию на экспорт. В Беларуси своя аудитория. «Аврора Пласт» – крупнейший производитель изделий из ПВХ. Продукцию поставляет таким брендам, как «Мопит», «А100», «Окна Альфа» и «Алютех». Общая территория предприятия – 2 гектара. Цеха оснащены высокотехнологичным оборудованием. Благодаря поставкам качественных компонентов от проверенных поставщиков, благодаря современным смесителям, которые были не так давно нам установлены, нам это все позволяет корректно дозировать все компоненты для производства качественного сырья. Руководство ценит упорство сотрудников и поощряет труд. Средняя зарплата – 1700 рублей. Компания выделяет средства и на благотворительность. Ежегодно поддерживает ясли-сад номер 40. В этом году в учреждении дошкольного образования установлен дверной проем. Предприятие принимает участие также в благоустройстве Бобруйска. Помогло в изготовлении габиона Первомайский район. Коллектив здесь около 100 человек. Цель компании – быть лидером в производстве качественных изделий из ПВХ. Чтобы добиться этих амбициозных целей, мы приглашаем к себе в компанию людей, которым нравится нестандартная задача. Вот уже 20 лет «Аврора Пласт» делает ставку на качественную продукцию, которая отвечает всем требованиям клиента. Сейчас компания открыта для сотрудничества. Специалисты работают по индивидуальным заказам любых объемов и сложности, будь то подоконники, рекламные щиты или вывески. Каждое изделие прослужит далеко не один год. Мария Бересневич, Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.